Добрый день, друзья! С вами Кузница Династия. И сегодня мы сделаем такую небольшую выставку. Выставку ножей из топовых сталей. Ножей, практически все ножи здесь будут премиум-класса. И стали такие, как CPM-125, S-390, M-398, S-90V. Итак, давайте начнем. Не будем затягивать видео. Каждый ножичек покажу, расскажу. Отправка, соответственно, в день заказа. Все ножи в наличии. Итак, ножичек, да, наверное, с ножен, вот такие вот ножны из растяжки, сталь М390, подвод 0.3, рукоятка Ironwood. Очень удобный нож разделочный по зверю, всем охотникам, кто занимается, все четко. Если надо кому-то там дополнительные фото или еще что-то, то, соответственно, менеджер вам все сделает. Итак, вот образец. Цена данного ножа 20 тысяч рублей. Удорожание и рукоять, и, соответственно, ножны. Ну, это вещь такая, что, как говорится, один раз берете на всю жизнь. Так, есть. Следующий ножичек. Вот такой вот нож. Кожа тоже растяжка. Сталь S390. Это нож, модель ножа Ирбис, full tank, цельнометаллический. Накладки выполнены из G10, синий G10, такая прокладка. Нож позиционируется как резак, как универсальный резак, как охотничий. Даже вот там взять, к примеру, разделывать мясо, то без проблем. Термообработка у данных ножей идет крио. Что дает, многие спрашивают, крио? Во-первых, улучшается динамика, соответственно, клинка на излом, режущее качество, твердость повышается. И он более агрессивней, что ли, становится, если так разобраться. Вот, цена данного вопроса. Нож не дешевый, 30 тысяч рублей. Я говорю, это будет выставка такая, что здесь дорогие. Так, давайте я сразу вот сюда вот буду ложить их вот так. Там, если что-то кому-то понравится потом, отправим в день заказа, да, повторюсь, и сделаем дополнительные фото. Далее. Такой вот красавчик. Смотрите, какая инкрустация Скорпион. Это ламинат. Внутри сталь одна, по бокам мозаика с никелем, дамасская. Внутри сталь идет К340, очень довольно, так скажем, такой резучий инструмент. Будет он работать, твердость, правда, здесь чуть меньше, потому что слоя. Данный нож стоит 20 тысяч рублей, и твердость у него 61 единица, 60-61. Ну, соответственно, вот такие вот красивые к нему ножны. Кому-то, к примеру, там подарить, может, Скорпиону какому-то по знаку зодиака, вообще отлично подойдет. Так, есть. Следующий образец. Давайте перейдем. Такой вот ножичек. Нож стоит 30 тысяч. Сталь Rex 121. Рукоятка стабилизированный черный граб. Тоже, видите, когда выполнена инкрустация Скорпиона. И вот такие вот ножны. Здесь деревянный вкладыш у них. Кожа, растительное удубление. Вообще уникальная вещь. Ну и такой подвесик. Даже можно темлячочек там на шею. Внутренний карман. Нож небольшой. Как вот. Ну, то, что для рыбалки. Сталь, конечно, такая коррозионная. Требует ухода. Но твердость в данном ноже 69 единиц. Есть. Ножи тут не убираются, так ладно. Следующая модель. Нож Барс. Цена данного ножа 21 тысяча рублей. Сталь порошковая М390. Пескоструй. Выполнен. Рукоятки выполнены из карбона. Мозаичные пины. Это мельхиор. Вот так вот все это выглядит. Ну, соответственно, вот такие вот ножны к нему идут. Тоже как резачок позиционируется. Резать будет хорошо. Вообще, термообработка, да, тоже криво.
Так, есть. Так, далее. Следующая позиция. Сталь М398. Дерево Ironwood, стабилизированный зуб мамонта, ставочка. Цена вот этого ножа 23 тысячи рублей. Вот он такой вот красавчик. Вообще работать будет, ребят, в одно удовольствие, как разделал. Также прошу вас написать в комментариях, вот кому не хватает каких-то ножей, да, там ответьте. Мы все это сделаем. Ну, будем пока прислушиваться к вашему мнению, будем делать, выполнять, так скажем, ваши пожелания. Далее, следующий ножичек. Это тоже нож Ирбис, сталь порошковая С390. Твердость 67 единиц. Вы извините, у нас тут мушкара, такой сезон. Формованные ножны, накладки G10, мозаичные пины. Вот просто посмотрите, как вот он вообще четко все сделано. Вы получите то, что вот видите. Хоть на охоту, хоть куда, хоть мясо разделывать. Очень удобная модель. И длина клинка, и все вообще проверено временем, так скажем. Многих есть. Да, у кого есть Ирбис, модель тоже напишите, если не сложно. Но, ну вот, в основном есть вот такая вот модель у многих. Вот. Из С390. Цена 25 тысяч рублей. Здесь рукоятка, корень стабилизированной карельской березы, формованные ножны, порошковая сталь С390. Все в наличии, все отправим вам в день заказа. Все ножи, я говорю, топовые. Вот далее, нож Медведь, сталь N690, цена 11500 рублей. Такой охотничий нож, разделочный нож. Рукоятки G10, красная прокладочка, черные ножны такие формованные. Сталь не ржавеет, твердость 61 единица. Ну, как вам? Поставьте свою оценку по Медведю. По мне очень нравится. Финочка. Да, финочка. Есть теперь, была финка, вот там купили ее, вот теперь еще одна финочка. Порошковая сталь Элмакс. Это... Клык моржа, формованный ножны. Цена 25 тысяч рублей. Вот данной финки. Смотрите, вот четкая финочка. Такое вот литье. Вот. Кому интересно, пишите менеджеру на WhatsApp, Viber. Бронируйте. Пока есть в наличии. Так, далее. Нож Бурундук. Вот с такими вот ножными. Сталь С390. Это здесь сечка. Выполнен такой кораблик. Цена 25 тысяч рублей вот данного ножа. Мне очень нравится такой. Ну, так, знаете, интересно. Когда в ноже есть какая-то изюминка, то этот нож превращается автоматически уже, ну, в нож для души, так скажем. Но это лично мое мнение. Ну, потому что по мнению людей, которые у меня покупают ножи, они все говорят, у вас ножи вот с изюминкой, вот что-то у них есть, но очень интересное. Так, идем далее. Следующий нож. Вот такими вот ножными. Здесь сталь очень хорошая. CPM 125V. Нож леший. Дерево Ironwood, мозаичные пины. 33 тысячи рублей цена данного вопроса вот за этот нож. Сталь не дешевая, но сталь, она того стоит. 65 единиц твердости, 64-65. Углерода 3%, режет она вот. Это я вам отвечаю. Вот просто идеальная сталь, как для работы. И при этом она абсолютно не ржавеет. Следующий ножичек. Ванадис 8, модель ножа Барс. Инкрустация такого медведя. Он язык показывает и лапы его. Ну, как говорится, оберег охотника.
такими вот ножнами. Цена 15 тысяч рублей. Есть. Далее идем. Это вот вообще сразу говорю, цена 40 тысяч рублей. Сейчас объясню, обосную за что. Соответственно, ножи из итальянской кожи растительного удубления. Сталь CPM-125V. Больстер Макума Гана. Это стабилизированная ставочка зуба мамонта и рукоять карбон. Вот вы теперь представьте, нож не ржавеет, ручка не гниет, кожа шикарная. Что еще вообще надо? Я говорю вам, вот эти вот вещи, вот поэтому у них и цена, и они стоят того. Что этот, что финка, что вот Ironwood, там модель леший. Так, новиночка наша. Нож русский, выполнен из порошковой стали Elmax. Обух 4 мм. Вот такие соответствующие ножны. Цена 15 тысяч рублей. Ну, кто-то хочет, может, без ножен купить. Там сделаем, проблем нет. Цена сразу будет дешевле. Но когда хороший нож и когда хорошие ножны. Сами меня учили, писали там. Что ножи хорошие, то и ножны должны быть. И это надо понимать. Ну, реально, я полностью согласен. Нож Соболь, дерево Ironwood, клинок выполнен из стали S90V. Отличный резак, отличное вообще свойство для реза. Сталь также не ржавеет. Я не знаю, ну, приятно, когда есть такой нож. Все. По нему сказали. Так, далее. Теперь есть такой ножичек русский. Очень популярная модель. Из стали S390. Он очень красив, ребят. Я вам сразу говорю, рукоять здесь тоже вечная. Литье выполнено из мельхиора. Литья такого вы больше нигде не найдете. Обух 4 мм. Это наше собственное литье. Мы сами его разрабатывали. Сергей Долгов мне его разрабатывал. Мне очень вообще нравится ножик, очень удобный. Вот на выставке, когда кто его брал у меня в руку, да, они, когда берут его так, все, это мое, и покупают. Нож идеальный вообще, идеального качества. Ну, то, что вот здесь вот, там многие задавали мне вопрос, когда вот здесь будут такие вот, вот видите, такие вмятины, как вот это клинок забивается поглубже, чтобы не было вот здесь щелей, так и скажем. Мы его забиваем, понимаете, туда, внутрь. И здесь пролитый боксидной смолой. Ему ни хрена ничего не будет, и никакая вода туда ничего не попадет. Потому что там внутри эбоксидка. Цена вот этого ножа 27 тысяч рублей. Далее идем. Авторский нож Бекас. Ну, это просто клинок, да, но здесь это таймень, а нож как бы таймень, потому что он популярный, нож очень хорошо смотрится, здесь стабилизированный зуб мамонта, мозаичный дамаск, и такая инхрустация выполнена, я не знаю, передается ли вам через камеру вся вот эта красота, но ножик обалденный, соответствующие ножны к нему тоже с рисуночком, ну, вот смотрите. Все четко, все здесь подогнано, никаких щелей нету. Посмотрите, все выполнено на высшем уровне. Охотничий нож рабочий. 20 тысяч рублей, сталь S90V. Дерево Бакота. Ручка таким вот грибком сделана. Нож модель Safari. Это охотничий, вообще охотничий ножик, разделочный. Но кто будет работать там на природе по мясу, да без проблем, длины клинка 127, здесь, по-моему, да. Его хватит вам порезать какие-то куски мяса, соответствующие, да, небольшие, ну и всякие там продукты. Соответственно, ножны здесь тоже такого вот образца. И также я еще взял две финочки. Теперь у нас будут на сайте вот такие финочки. Вы можете заказать их
из наличия, соответственно, прямо здесь через менеджера можете заказать. Финочка выполнена с черной рукояткой, это черный граб, из стали H12MF. Цена ее всего 4500. 4500 с кожаными ножнами. И вот такая финочка, она уже подороже. 7000 она сейчас идет. Здесь сталь D2, Ironwood и стабилизированная карельская береза. Вообще прям очень удобная. Идеальный вариант. Походный вообще. Вот идеальный походный вариант. Вы им, ну кто охотник, обдерет спокойно данной сталью там лося, кабана. А по рыбалке за счет вот этих спусков будет отлично проходить, по рыбе штерить ее будет, да, как разделочный ножичек. Тоже с ножными, все в комплекте с ножными. Ребят, всем, кому что-то понравилось, смело там в комментариях, ну там увидите под видео, будет номер телефона менеджера. Вы просто пишите на WhatsApp или на Viber, пишите, мне понравился такой нож, хочу купить, бронируйте его и все. И отправят вам его в день заказа. Если, к примеру, не успели, всегда есть еще на складе какие-то ножи. Есть, это первое. Второе, если не успели, хотите такой же ножичек, мы с удовольствием его воплотим в реальность, сделаем его для вас. Это все выполнимо. За сроки, которые есть, я прошу еще раз извинения. Сейчас, в данный момент, у нас все налаживается, сроки уменьшаются, поэтому... Заказы все выполняются, и которые там ждут, они все будут выполнены в любом случае. Я их все выполню, всем отзвонюсь и все это отправлю. Всем спасибо за поддержку. Всем желаю хорошего настроения. И переходите по ссылке на сайт, может кому что-нибудь понравится, также сделайте заказ. Всех благодарю. Спасибо.